каждого человека есть какие-то нерешенные вопросы, задачи, которые ходят все время с ним, как определенный груз, некоторыми моментами действительно служит как закрученные гайки каких-то новых возможностей, новых действий, впечатлений. И на этой картине девочка их раскручивает. Или, ну, здесь уже, опять же, как кто видит стакан наполовину полным, наполовину пустым, но в моем видении она их все-таки закручивает, а не раскручивает. Хотелось бы, чтобы у всех было поменьше проблем, гаек, которые, возможно, не дают что-то реализовать и не обрастать ими больше, а только снимать, снимать и еще раз снимать.